лета 1941 по ноябрь 1946 24-летний житель Соликамска, Калищик Тимофей Антипин, написал жене Марусе более 150 писем. Эти письма стали живым источником правды о войне, честным и настоящим. И они сражались, работали, спасали свою землю, свою родину. Этому ежедневному подвигу соликамцев-калищиков на войне и в тылу мы посвящаем эту передачу. 4 июля 42 года. Здравствуйте, дорогие сердцу и любимые Маруся, Геня, Нюра. Привет всем и самые наилучшие пожелания. Дорогая Жинка, твое письмо от 23 июня я получил 2 июля и, как всегда, немного задержался с ответом. Какое громадное пространство нас с тобой разделяет. Почти 2000 километров. У нас сейчас 8 час, а у вас уже 9. И если ты не на смене, наверняка уже готовишься ко сну или к ночной смене. Маруся, мои мысли спутал сейчас фрицевский самолет. Пролетел высоко. Ты пишешь, что моя открытка очень тебя встревожила. Я жив. Жив еще, Маруся. И не только жив, но еще и собираюсь бить немца, да после войны ростить Геню и еще кроме Гени кого-нибудь. Не падай духом, Маня. Будь спокойней, что бы ни случилось. А что сейчас Геня? Каков он? Когда ты в конце концов сфотографируешь и пришлешь мне? Пойми, Маня, что ужасно сильно хочу увидеть, каков сын. Описывай хоть поподробней. С какой бы любовью я сейчас его взял в руки и понянчился с ним. Твой Тимофей.